разведки. Нужно, чтобы кто-то выполнял за них всю грязную работу. Наш отдел разыскивает информаторов. Нас не существует. Ни легально, ни официально. Мы не полиция. Мы шпионы. Наши источники не приходят к нам. Привет, Абель. Рада тебя видеть. Мы их находим. Когда они начинают нам доверять, мы перенаправляем их на большие мишени. На мелкую рыбешку ловится барракуда, а на барракуду можно поймать акулу. Они выходят. Вы не имеете права. Я адвокат. Адвокат? Ты помогаешь террористам. Ты перешла черту. Теперь ты на их стороне. Мне страшно. Я не шпион. Я не могу больше этого делать. Ты мои глаза, Джамал, и мои уши. Ты мне нужен. Есть одна работа. Нам понадобится ваша помощь. Марта Салливан, посольство США в Берлине. Доктор Абдулла переводит деньги исламским благотворительным фондам, и каждый раз часть денег исчезает. Он отмывает деньги через судовую компанию. У него влиятельные друзья в Берлине. Будьте осторожны. Он толерантен, связан с Западом. Но в каждом хорошем человеке есть крупица зла, не так ли? В случае Абдуллы это зло может стоить вам жизни. У нас 3 часа, чтобы переманить Абдуллу на свою сторону. Да? Что вы делаете? Не надо! А если этот парень взорвет бомбу? Виноват будешь ты. Я делаю это не ради тебя. Многим не дано выбирать. Я сдала вам ИСУ и создаст вам Абдуллу. Что дальше? Будьте любезны, объясните нам, чего вы пытаетесь достичь. Чтобы мир стал чуточку безопаснее. Разве этого мало?